Прокуратура выявила нарушение при организации объезда на Каханского во время реконструкции тепловых сетей. Об этом сообщила пресс-служба ведомства. Установлено, что работы ведутся на основании ордера, договора, схемы организации дорожного движения, утверждена Комитетом городского хозяйства администрации Читы и согласована с ГИБДД. В дальнейшем нарушенное в процессе работ благоустройство подлежит восстановлению организации, получившей ордер. Также были выявлены нарушения, такие как ямы и просадка грунта на участке объезда. В связи с этим прокуратура внесла руководителю Читинского энергетического комплекса представление и потребовала устранить выявленные нарушения. Ранее сообщалось, что участок улицы Каханского перекроют на месяц. Объезд организовали по лесу. Также напомним, что отделение Народного фронта в Забайкальском крае намерено обратиться в прокуратуру и контрольно-счетную палату региона из-за повторного вскрытия улицы.